Прекрасный вечер, едем в лес отдыхать. Пацаны меня ждут на УАЗике, я на мотоцикле. Все, все ждите меня нафиг, я отдыхаю. Правда, как я отдыхаю, ребят. Братья прикалываются. Мясроб за ногра. Ну да, как ты пьешь 3 рюмки. Так, ладно, все, погнали. Все по кайфу. Ужас. Попозже я дождь. Ребят, видите вот это место, да? Здесь коровы купались. И мы купались, да, мясоруб? Мы купались здесь? Коровы рядом, и мы купались, да? Отгоняли их, чтобы нам не мешали купать. Порядок. А ты что, вон оттуда мы? Там был берег. Не было, скажи. Была вода, если что, мы купались. Нормально было. Или как свинюшки, водичка вон там была, мы там кувыркались. Да. Что, его слили, да? Вот. Слышь, его слили, да, получается? Да, да, слили. Охренеть, вот делать нехер было. Не пойдем сюда же отсюда. Короче, ребят, у нас вот такой отдых. Я не пойму. Местный жаргон хуторской был сейчас. Знакомьтесь, знакомьтесь, привыкайте, да? Ты, я не понял, ты что? Как кубанцы разговаривают. А, ну вот и все. Все, дрова есть. Правильно, надо было, знаешь, на углях костер сделать, наверное, нет? На пачке. Да сейчас мы розетаем и сверху угли поставим. Посмотрите, какое место, я буду сюда собак брать, отвечу. А, ну да. Ребята, у нас тут вот такая остановочка. Здесь будет, можно позвонить? Да, позвони, пусть приедет. Вот такими косяками зарплату режу. Где им, братан, тысяча полторы? Доски, не обрезали. Доски, не обрезали. Чистить или мыть? Даша, 180 за куб же давали, да? Вот так вот едем домой, ничего не видно. Молодец, Даська. С будки вышла. Молодец, моя дусечка. Красавица. Все, иди отдыхай. Симба, Снежка, все пришли вон. Пойдемте. Ой. Иди, иди. Вот так, все пришли, да? Давайте вас закроем. Ой, все тут, привет. Привет, мои красавчики. Да. Можно сказать, что... Лучше животных нету ничего. Ну, лучше собачек, волков. Любят меня, да вы мои сладкие. Молодцы, молодцы. Нюхайте, нюхайте. Да, как говорится, кушать хочется всегда. Кормим всех. Дуську первую, она там шкребется, видимо, голодная. Прикол, они сами сюда зашли, все втроем, по привычке. У нас доброе утро, я Краснодар с Бонитой собираюсь. Тут план на ходу перечерчивал, мы вроде решили, как делать. Не прыгать, Лёх, не прыгать, не прыгать. Сейчас быстро всех выгуливаем, сейчас настройку быстро, тихо-тихо. И вперед. Хотел вольеры помыть, но ничего не успеваешь, как обычно. Все, не прыгать, не прыгать! Нельзя. Нельзя, Тим, успокойся. Тихо, тихо! Нельзя! Нет! Я в чисто. Все эти тоже сейчас побегают. Нельзя, нет, нет, нет! Уйди! Как они чувствуют, да, настроение? Ну? Нельзя прыгать. Нельзя. Успокойся! Это, она... Бусинка, угомонись! Угомонись, говорю! Как граф себя ведет. Не может... Всё, да не прыгай, не прыгай, нет! Не прыгай, малыш. Я чистым пытаюсь уйти из дома. Нельзя, нет.
Бониточка красавец. Короче, пацаны забрали машину. Там закончились саморез. Вот прям. Я быстренько решил покушать, раз так. Все, опаздываем. Давай, Бонитка, надо. Все, поехали. Ребят, уже четвертый раз вырвало, блин, так опаздываю. Бля, она меня уже запарила рвать. Шестой раз, наверное, рвет. Мы так точно опаздываем. Запарил уже сколько пеленок уже ушло. Чего тебе нитка? Наргалась. Бонь, посмотрите на ее мордочку. Моя красавица. Пойдем, Бонни. Пойдем, пойдем. Тебе помочь надо. Пойдем, пойдем. Нас ждут там уже, я уже зашел. Молодец, давай. Две минутки прогуляемся. Короче, позвонил сейчас мастерам, я говорю, кладку пока приостановите там в двух отсеках, потому что все-таки посередине зал хочу сделать, чтобы удобно было все. Вот обязательно надо пойти, хер знает куда, иди сюда. Ну давай, давай, ходи еще. Молодцы. Пойдем, пойдем, пойдем. Она, бедная, в шоке от этих поездок. Шесть раз точно вырвала. В этот раз много, потому что я вчера на ночь их покормил. Часов, ну, 11, наверное. И... Хотя корма толком не было, больше слизь вот эту. Молодец, пойдем немножко. Пойдем, надеюсь, все будет хорошо. Честно, времени нету ни на что. Сделаем, да сделаем. Врач хороший. Надеюсь, что все будет. Блин, взял, наступил на какашку. Все, малышка? Тебе лучше становится? Тебя лучше становится. Ты уже тут была, пойдем. Пойдем, Бонитка, пойдем. Туалет можешь? Сразу аж похудел. Вот, все, значит, все будет хорошо. Только аккуратненько идем. Аккуратненько идем. Нет, это мальчик. Вот так. Да ты моя девочка. Моя девочка. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. А где? Так, а мы пришли. Здравствуйте. А как имя отчество, Константин? Сергей Викторович. Сергей Викторович. В общем, изменений никаких нет, все так же на морде. Ой, на морде, да. На голове. Да, на голове, точнее, извиняюсь, не выспался еще. Все сейчас так же. Ну, если решение принято, да, делаем так тогда. Сейчас с вами подписываю согласие на операцию, документы. Собачку забираем, готовим, оперируем, просыпается под наблюдением и возвращаем вам в таком же состоянии. И еще, я понял, мы уже в обновленном. Это вы. Значит, это... У нас же ножка повреждена опять была, все к ней липло. В майкопе сделали рентген, откололся кусочек. Костей. Могу рентген, да, показать. Она прыгнула, хотела на будку запрыгнуть. Ну, давайте мы позже к этому вернемся, поскольку сейчас нет, пока мы это она не будет, делаем. Ну, а сделать или... рентген на всякий, а рентген чтобы сделать? Мы в майкоп опять не ехали. Я да, понял. Сейчас я попробую. Пока будет спать, тогда сможем сделать снимки, конечно. Да, мы в любом случае можем сделать, но... Первостепенно нам, конечно, с этим решить проблему. Сейчас я просто хочу вам показать, вот посмотреть. Вот здесь вот кусочки якобы.
Но она хромала и... Большие сомнения у меня. Это же зона роста. И когда есть подозрение на эволюцию шероховатости большой брюшной кости, всегда надо две лапки делать. Вот, не в боковой проекции. А тут вообще это... А у нее именно вот подушка сюда наложилась на колени. Ну, то есть это вообще не информативный снимок. Не серьезно, да, все. Ну, вот сделайте на всякий случай. Сделаем две проекции, эту и вторую. Правая у нас предположительно поврежденная, да? Левая, а сейчас мы скажем, я вам сейчас даже покажу, как это случилось, чтобы вы понимали. Если вы видим, что нашла, значит... Ну, вы лучше всем глазом гляньте, но вполне возможно, это может быть просто ушиб, да? Вполне может быть. Вообще легко, легко. Все. Тогда сейчас присаживайтесь, с вами заполнять документы, ее заберут. И по окончании вам прозвоним. Ушки не надо оккупировать. Нет, мы будем делать только то, что обсуждаем. А то под себя сделать. Сейчас основное мы делаем. Бонитка моя, красавица моя. Обижать тебя не будут, не переживай. Вот такие, в общем, у меня. Ну, в принципе, все точно так же. Ничего не поменялось. Вот три ранки у нее есть, и все. Больше нигде. Это просто у нее болячки. Все, ребят, операция, 12 тысяч где-то выходит. И рентген на лапку взял. Я не помню, где-то мне грыли 7 тысяч. Я поэтому удивился сейчас, конечно. Так, ну ладно. Все, все, Бонитка, иди гуляй. Иди, моя девочка, иди, мой сладко. Умничка пошла. Я сам не короче, знал. Ребят. Да я сам не знал. Это... Короче, этот самый. 12 тысяч сказали, ориентировочная стоимость. Но на самом деле, я не помню, где мне говорили 5 или 7 тысяч стоит операция. Это или в Краснодаре, где Артур советовал, или в Майкопе мне сказали такую сумму. А тут, короче... Да, Сань? Так сразу эклипсы тут, пока в Краснодаре возьму. Сейчас знакомый таксист с хутора привезет, пока я в Краснодар. Там что-то трое бухих шли такие. Он что, нас снимает? Такие бухие прям вот докапываются, да. Там мужчина шел, что-то они с ним разговаривали. А я думаю, прости. А сейчас Махач устроит. Я просто знаю, как это все быстро может для них закончиться. Ну, лишний раз не хочу, ребята, если честно. Не хочу что, не боюсь, просто лишнее, я с собакой. Сейчас вот эта кровь, ментов еще вызовут, по-любому, с квартир. И зачем мне это надо? А так, там пару шамрей можно дать, они попадали бы, и все. Просто иногда мне хочется кого-то, честно говоря, треснуть, но... Не, если бы докапывались до кого-то, до женщин, там, до стариков, я бы точно бы подошел бы. А так вроде идут что-то, да? Глаголят. Саня приехал, говорит, машину твою найти не могу, а она напротив него стоит. Так, все, клипсы привезли нам, потому что у нас не хватает, колонны укрепляем. Интересно, конечно, какая Бонита станет после такой операции, впервые такие операции. Мы будем считать, что она подралась, получила шрам. Лишь бы кожа сильно не стянулась, чтоб морда, потому что у нее морда такая. Боюсь сглазить, блин, у меня губы обветрила, извиняюсь. Это, надеюсь, что все будет хорошо, потому что, блин, ее морда просто это, ну, кайф на самом деле. Что нам остается? Остается кайфовать. Короче, минут 20 поспал. Позвонили, сказали, Бониту можете забирать. Пойду сейчас. Че, погнали. А, готово? Так, все, оплатил. 12 тысяч, в общем, получилось. Так.
Это, там кто-то скулит, бандитов что ли скулит. Ага, мы пришли. Я уже оплатил. Это хорошо, вам надо будет сейчас чуть-чуть подождать. Да? Да, потому что сейчас у меня начинается другой прием. Нет, сейчас зал. Закончу, вам отдам. Или вам отдам, или давайте по-быстрому так отдам. Ладно. Давайте вам отдам. Антибиотик колоть внутримышечно 10 и 12 сентября. Угу. Двукратно. Ну, число указано. Сегодня у нас какое? Сегодня 8. Угу. Швы тщательно обрабатывать раствором хлоргексидин 2-3 раза в день, не допуская образования корочек. Швы должны быть максимально чистые, угу, без каких-либо наложений. Угу. Швы снимаем через 14 дней, повторный, угу, прием через 14 дней или при необходимости. Швы не позволяют чесать и травмировать, для этого носить пластиковый защитный воротник. Если у вас есть, он у вас есть. Если нет, то мы вам можем... 5000 рублей. Вы можете приобрести в магазине такого плана. Вот, вот так она сейчас выглядит. Угу. Это диск со снимками. А относительно снимков, действительно, у нее там был небольшой надрыв шероховатости, угу, а неполная авульсия, просто травмировала зону роста. Это она не сместилась никуда, к ней крепится сухожилие коленочашечки, она никуда не сместилась, остается на своем месте. И уже опять прирастает. Это не страшно вообще? Не страшно. Рекомендовано ограничить в избыточной активности, прыжках, кувырках, а сколько падений, времени? От 2 до 4 недель. А, но это было у нас уже прошло недели 3. А, ну значит... А, уже можно. Уже, нет? В принципе, еще недельку в щадящем режиме. И думаю, что это будет достаточно. Отека, воспаления там никакого нет, поэтому... Сергеевич Викторович, спасибо вам огромное. Пожалуйста, рад помочь. По цене я ошибся. Я, mm-hmm, что, мне или за ногу грили, у меня в голове 7 было. А сейчас посмотрел, вы действительно так и говорили, все нормально. Mm-hmm. Ой, все. Вот. Ну, там же сейчас учетом рентген снимки. Да, моя девочка. А если она не будет чесать, можно ее будет ей снять? Или будет лучше чесать. И лучше пусть так прям будет, да? Вы это даже просто не успеете заметить, как она лапой чесает. Или когда не видите вы их, да, то есть она где-то там легла, и от скуки давай их начесывать. А как ваше мнение, ну, складочки будут у нее, или нет, она натянута? Не будет. Уже не будет, складочки, как раньше? А, в принципе, на мордашке? Да. Не, ну, как раньше, примерно так и будет. Я имею, да, в виду, вот там, где вокруг швов, видите, нет, такие, нет, складочки? Нет, нет, имею в виду, у нее же было такие складочки прикольные. Ну... Там много ткани ушло, что ли? Ну вот те участки, мы же их полностью, вот можешь принести, пожалуйста? Ну вот полностью по границе тех участков, да, которые измененные были. Конечно, получается, у нее изменилось, да, лицо по-любому изменится? Прежнее не будет? Не могу сказать. Да и в принципе, они же взрослеют, растут, все равно меняется. Поэтому тут сказать, как бы оно изменилось, так не было. Не, да я знаю, оно было и складки. Просто вот вопрос, они сейчас будут или уже не будут. Не могу вам сказать однозначно, но максимально щадящий, как это можно. Черно-белым. Вот видите, ровно по границе этих участков. Убрали. Угу. Это два всего, да? А, ну да, ну один, который был между глаз, вот он, угу, он шел вверх. Второй, это который был на макушке. А вообще у них кожа нарастает сама по себе при необходимости, или кожа сама по себе не увеличивается? Кожа не увеличивается, она может растягиваться, она может замещаться рубцовой тканью. То есть если дефект, который может, ну допустим, как швы, да, кожа срастается, mm-hmm, а если же не хватает участка с кожей, и мы не зашиваем, никакой пластики не проводим, то в таком случае формируется рубцовая ткань, и за счет растяжения кожи, то есть, ну, вот так. Ну ладно, все, спасибо большое. Пожалуйста. Побежали мы. Угу. Если какие-то вопросы, телефон указан, звоните, угу, спрашивайте. Хорошо. Ну, план, это вот, что у нас? Это диск со снимками. С рентген. Угу. А, да, я куплю. Да, тогда вот мистер, как мы его платим. Ну, сейчас я ее положу в машину. Да, да. Я, угу, то оплатил сейчас, да. Ты остаешься у нас? Бонитка. Пойдем, пойдем. Кушать пить, как захочет, уже можно. Все, давай. Ой, тихо, бонитка, ну и привыка. Сейчас. Давайте пойдем. Молодец. Ребят, порезали кусочки вот эти, чтобы вы видели. Там действительно шерсть. Ой, 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 ой. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, не, пойдем, иди сюда. Пойдем, пойдем. Будет в воротнике ходить.
жалко ее мордочку, конечно. Дебонитка, иди, мамочка. Вот так, нормально ходят воротнички. Опа. Опа. Да. На подъем тебя тянет, да, мамочка? Жаль, если складок не будет, конечно, это будет. Привыкай, мамочка, привыкай. Придется, придется, моя сладкая. Так, не забудь бы заворотник, не забудь. Да, привыкай, мамочка, выше, выше. Радар свой начинай управлять. А, подожди, посмотрим на тебя. Посмотрим на тебя. Ну, ты ж мое солнце. Будет все хорошо. Ой, блин, сколько это тяжело и больно на это все смотреть, осознавать, принимать это все. Это жесть, если честно. Пойдем в туалетики. Пойдем, малышка? Бонитка, пойдем. Пойдем, мое солнце. За этой камерой не могу не погладить толком. Давай в туалетики. Я что-то нашел. Бедный ребенок будет со мной жить дома. Может. Пойдем, Бониточка? Ой, блин. Писец. Конечно, я хочу для питомника. Спросил еще раз, генетически это не передается. Это индивидуальная особенность. Ну какими у нас хвост, а у нее мордочка. Она должна круче Кими выглядеть. По морде уж точно. Да и ляжки набегут. Наберут свои. Пойдем, пойдем. Поехали. Бедная девочка. Вот так вот сделал, да? Не переживай, все будет хорошо. Вот так, все. Дальше возьму. Жесть, конечно. Мое солнце. Это все хорошо. Мое солнышко. Да вроде все хорошо, ребятки. Зарастет через месяц-полтора, будет красавица. Шкурка зарастет. Здесь мое солнышко. Тяжело, особенно вот здесь тяжело было. Грамотно все сделать. Вот так вот. Ребят, пока едем, отсоединю, потому что я все вижу, она рядом, не чешет. Дома уже наденем. Говорил, нет, в общем, раскрыли эти ранки, там действительно волосы есть, ну, пучками прям местами. Плюс сальные железы уже такие, ну, там прям такие трубки выходят, черные, коричневые цвета, ну, сальных желез, плюс там местами воспаление, а так вот, да, волос внутрь простал. Так, ребята, я свернул с пути, увидел бетон-насос, мы ищем. Как раз то наш Апшеронский только во вторник, сегодня четверг, только во вторник сможет. Поэтому давайте попробуем спросить. Только об этом сижу, думаю, еду и вот увидел. Почти приехали. Кстати, собачку, вот те, которые выпрыгивали на... на мус, на спайка, две вот постоянно маленькие, вот только показывал. Старшую собачку убили, короче, сзади магазина. Или ночью, или под утро. Это уже неделя прошла. Вчера просто общался
с хозяином. Он говорит, пристав так и так убили. Я говорю, я же говорил, закрывай. Ну, в общем. Это улица, тут все может быть, видимо. И, ну, мое предположение, или лабрадор, или дикопес, потому что они агрессивные такие. Или Алика, там есть полупит, если он гулял, он тоже такой может. Потому что эти мелкие, они такие с характером, он был такой, как вожак тоже себя вел мелкий. Его дикопес как-то в свое время, еще молодой он был, так отфигачил, что он бедный еле ходил. И вот сколько он спайкера весит был, лет 8, хороший был песик. А этот его братик, ой, сын точнее, сейчас не кушает уже сколько дней, неделю. Миски полные, вообще плохо ест, скучает, видимо. Поэтому, когда говорю, что закрывать своих собак, если... Да, моя девочка, тихо. Так, сейчас воротник, ребят, я ничего не забыл. Так, ты где это долбанин? Бонита молодец, сейчас воротник наденем. Это видео сейчас тоже публикуем. От глистов до сих пор не дал вам в машине кота. Сейчас как положено, молодец, моя сонечка. Нельзя туда подать. Так, сейчас. Тихо. Стоп. К сожалению, будешь ходить так. Через ошейник на это. Тихо, лапа. Молодец, детки. Ну куда ж ты лезешь к ним? Ну все, ребят, давайте, без камеры дайте его. Иди гуляй. Колобок, иди гуляй. Пока Бонит закрылся. Надо все-таки днем, пусть она на улице будет, а то в доме, что она будет там, что потеряла, бедно. Жалко. Сейчас мы это самое, сеточку вот такую мелкую я куплю завтра, вот так все закрою. Хотя здесь вот кусок, здесь не надо. И все, и пусть... Днем здесь будет. В будку она не зайдет в этой фигне. Вечером буду забирать ее домой. Так, здесь тоже начали. Так, ну в принципе отлично. Кстати, значит. Так. О! Ага, отлично. Это завтра закроют, оставят так окошки. Классно, хоть что-то уже, ёб твою, не хаешь, приятно отвечаю. Слава тебе, Господи. 20 сантиметров он не сидит. Ну, отлично, чё, отлично. Рубероид, всё ложит. Здесь поменяем, здесь сделаем тоже закрыто. Вот эти две будут... Ну и зал посередине, чтобы всех видеть, это по кайфу будет. Я не знаю, у меня изначально и был такой план, просто я не знаю, где он был, и сейчас вспомнил. Думаю, конечно, посередине, потому что здесь можно сделать еще, типа, поделить там пополам зону, там, ну, для, вы поняли, Короче, кто болеет, не болеет, это такая история. Вот это будет залчик. Только тут придется сейчас ломать. Ну а что делать? Здесь окно оставим. В принципе, вот такое. Нормуль будет. Да, чуть срез можно. А вот это все ломаем, чтобы будет проход, а здесь закрываем. Ну как-то так. Ну а что делать? Лучше сейчас сломать херсом, чем оставить и с этим потом. Знаете, лучше... Ну вот так, ребят, вот так, по-другому как, хрен его, вот так все и происходит. О, тут просто пипец. Клипса на клипсе. Жесть. Так, бетон насоса жду, надо решить вопрос. Вроде нахожу выход.
Тот бетононасос, что остановился в горячем ключе, он с Краснодара, у него только доставка 30 тысяч будет с Краснодара. Но он там с Хадыжей даст номер, и я плюс дозвонился до одного, он сказал, перезвонит. Вот такая история будет. Здесь можно летнюю кухню сделать. Я вот оставлял, видите, под летнюю кухню можем замутить чай-то. Это. Ну как-то так вообще. Газоблок чуть выпирает, потому что, ну, делали. Как? Не до хера не выбирали, да? Не понял ни хера. А, у нас ригель вылазит, да? Все, они сравнялись практически с этим блоком. Все верно. Все хорошо, все правильно. Надо к брату, короче, подняться. Ну да, вот тут будет заход. Блин, ну классно, вот что-то уже прикольно становится. Мне уже нравится, уже все, фантазия открылась. Здесь будут ступеньки такие. Я не знаю, могу здесь сделать, конечно, выход с собаком еще там, я не знаю, метра полтора. Но я не хочу делать колхоз вот этот. Поэтому... Выход вот там будет спереди, вот. А здесь будет закрыто и все. Если что, отпустил бы он, побегал, а если, ну, карантин какой-то, я не знаю, чтобы с этими не сталкивался. Ну, а вообще там в дальнейшем еще же будет два вольера, раз мы перенесли. Получается, вот здесь вот будет еще два вольера там. И здесь вот зону можно поделить как карантин. Ну, сделать чисто карантинную зону. Здесь вот три вольерчика можно замутить, а то и четыре. Ну, вдруг что, чтобы раз рассадил их сюда. Чтоб от общего зала были подальше. И здесь вообще можно сделать чисто родилку большую сделать. Вот весь вольер вот огромный сделать родилку. Чисто зона для родов. Карантин здесь рядом. Щенок приболел, раз его сюда полностью стеклопластик поставить, чтобы, ну, изоляция была от всех. И все, а это общий питомник для всех. Ну, для здоровых, для взрослых. А это сделать как родилку. И отсюда вот в зал заходишь, собачий будет зимник. Ну, как-то так. Пошел наверх. А чё так много порезали? Мы ж немного порезали, правильно? Как положено? На всякий, думаю. Нет, конечно. Это... Вы ж видели, я почему кусочки погрызал ровно по контуру. Ну, вы лишнее не взяли, правильно? Вот максимум то, что можно было, оставили, и все, правильно? Ну, конечно, да. Просто для успокоения, думаю, на всякий. То есть мы ж не могли оставить там часть, да, чего-то, поэтому... Угу. Вот, а там я еще, знаете, что заметил, Сергей Викторович? Там... А, получается, у нее шов намного больше, чем эти куски. Там получается, почему? Вот, чтобы я понимал. Ну, это так всегда, потому что когда мы делаем разрезку, уже расползается, а потом ее надо застянуть. Да. Ну, в общем, ну, я... Не, может... вырезая, скажем так, какое-то образование диаметром 1 сантиметр, дырка потом всегда получается 5 сантиметров. Вот так. Потому ну. что кожа расползается. Ого. И, соответственно, шов всегда будет больше. Ну, да. Насчет расползаться, она же там упруга, как она, там режешь еле ее. Нет, да? Ну, кожа. Ну, самое главное, вот у нас ушло то, что вот вы показали, больше не ушло, да? Нет, конечно, только вот то, что я вам специально показал, чтобы вы видели, что я не отрезал тому какой-нибудь. Ну, все. А вот отрезали ровно то, что было. В принципе, мы и обговаривали то, что по возможности. Все, спасибо. Мы уже дома, все хорошо. Ага. Спасибо. Давайте, счастливо. До свидания. Ты замучиваю врачей тоже. Они, бедные, уже не хотят меня видеть там и слышать. Так, мы тоже с братом все присоединяемся. Где что, как делать. Олегу тоже позвоним попозже. Потому что это тоже с братом будем делать. А ригель оставим профессионалам, потому что, ну его нафиг, там высота такая. Намучились с колоннами, он брат в шоке. Месроп уехал на работу, мы же должны были за 2 недели все сделать, а уже 2 недели прошло, почти 12 дней, а еще колонны не залили. Ну, в общем, вот тут будет по рукам место.
Короче, решали туда-сюда. Кстати, там, блин, ладно, не буду пока это долго. Волкам хотим прям до верха сделать. С Олегом посоветуюсь. А, все, пойду покушать. Голова уже опять кружится. Нельзя. В общем, опять придется. Я не хотел уже работать, потому что я не успеваю физически работать. Мне все надо организовывать, думать, волкам делать. А, поэтому, но Месроп уехал. Поэтому завтра мы закончим эти колонны уже. И все. Вот этих сейчас не знаю, как их отпускать. Надо клетку собрать. Блин, клетку собрать. Блин. Я сейчас Бониту сюда закину, чтобы все погуляли, малы. Сейчас отпущу вообще. Так. Тихо, не прыгай. Да куда? Блин. Пипец, я аж вранул, я тоже слегка хотел оттолкнуть, но вроде нормально. Тише. Пипец, ребята, тут шлепок был, жалко, блин. Но вроде все хорошо. Так, нельзя, не прыгать. Да не прыгать, нельзя. Надо покормить их тоже. Сейчас я пойду покушаю, потому что я сам голову. Так, нет. Все, пусть бегают, играют. Сейчас всех будем выгуливать. Все, пожалуйста, не прыгайте на меня. Да, я тебя пойду покушаю. Ну не прыгайте. Все, вот это закинь. Моя девочка, все, извини. Пипец, он шеп. Да нельзя, ну подождите, я вас прошу, учитесь, чуть дисциплин. Все. Араб как терпил, опять. Так, ладно, вот у нас Бонетка умничка. Ничего, малышка, ничего, потерпи, так. Все, эту я не снимаю однозначно. В принципе, ей удобно. Она небольшая. Ночью сюда буду. Здесь порядок, сейчас мусор. Короче, работы полно, все, ролик гружу и пошел работать.